Это история о женщине, которая потеряла своего единственного сына во время специальной военной операции, но смогла пережить горе и стала мамой сотням других ребят. Она возит гуманитарные грузы для военнослужащих на Донбасс. Валентина Лещенко стала героиней выпуска программы «Обернитесь» Инессы Панченко, и эту программу отметили на всероссийском уровне. Выпуск получил спецприз конкурса «Современник на экране». Когда мы смотрим начало этого сюжета, мы плачем, у нас появляются слезы от какой-то безысходности. А в конце сюжета это уже какие-то слезы счастья. И вот эта работа как раз свидетельство тому. Лучший корреспондент Инесса Панченко. «Мы прорвемся, сынок». Конкурс состоялся в рамках фестиваля социально значимых телепрограмм и телефильмов «Герой нашего времени», который ежегодно проводит Национальная ассоциация телерадиовещателей. Нам особенно дорого, что именно эта работа получила приз и оценку жюри, потому что это одна из самых наших тяжелых работ, тяжелых эмоционально. Это одна из самых любимых героинь, если можно так сказать. И что этот приз все-таки принадлежит нашей героине, удивительной, уникальной Валентине Лещенко. Жюри рассмотрело 442 работы от 144 компаний из 84 городов России. Это телевизионные фильмы, интервью, репортажи, истории о сильных духом людях. Участники проекта «Герой нашего времени», они ведь, во-первых, они определяют тренд на текущий момент. Во-вторых, они вот передают ту необходимую информацию, которая людям помогает чувствовать себя нужнее, счастливее. Вот эти вот яркие примеры, которые, во-первых, нужно найти, во-вторых, нужно разговорить человека, и в-третьих, нужно правильно показать это так, чтобы другие восприняли его как пример. То, что телеканал ГИС и именно Инесса Панченко получила специальный приз жюри, а это считается самой высокой наградой, это дорогого стоит. Знаете, вообще победить в таком конкурсе, это еще раз сказать самому себе, что все, что я делаю, значит правильно, я двигаюсь правильно, но не останавливаться, а двигаться дальше, вперед, потому что конкурс, собственно говоря, для этого и проходит, для того, чтобы ты посмотрел, как работают другие, может быть, чему-то еще и поучился. У нас профессия такая, мы постоянно учимся. Напомним, что программа «Обернитесь» — это уникальный проект телеканала «Самара ГИС», который рассказывает о том, как люди видят свет в конце тоннеля даже тогда, когда, казалось бы, уже совсем беда. Это история людей, лишившихся в жизни всего, но научившихся жить с чистого листа. Программа выходит каждый второй вторник в 18:45. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов. События.